эфире РБК УФА. Мы вещаем из отеля «Шаратон». Я Кирилл Кукош. Здравствуйте. Сейчас главные региональные новости к этому часу. Президент адвокатской палаты Республики Башкортостан Булат Юмадилов заявил нашему телеканалу, в задержании его заместителя Ромео Фарукшина возможна провокация. Также он добавил, что шокирован задержанием господина Фарукшина. По версии следствия, подозреваемый предлагал за 250 тысяч рублей оказать содействие в успешной сдаче экзамена на статус адвоката одному из уфимских юристов. Сегодня Ромео Фарукшина по решению Советского суда Уфы арестовали на 2 месяца. Никогда за ним не слышно было, что с кем-то на какие-то сделки шел. Никогда такого не было. Я просто удивлен и шокирован случившимся, понимаете? Если это правда, то, что вот этот факт, это, безусловно, удар по репутации адвоката республики. Я всегда говорил сотрудникам адвокатской палаты, что народ разный, надо быть очень с ними аккуратно. То есть могут быть всякие провокации, понимаете, когда экзамен сдают. В свою очередь, юрист Виталий Буркин, которого адвокатская палата региона лишила статуса адвоката за резкие высказывания в соцсетях, убежден, это далеко не единственное нарушение в организации. По мнению юриста, они носят системный характер и надеются на то, что другие случаи также будут расследованы. Многие говорили, я в том числе говорил о том, что наше руководство нашей палаты – это коррупционная схема, одна единая большая коррупционная схема. Вот это подтвердилось. Но я считаю, что у них было все поставлено на поток, система. Поэтому задача следствия и общественности проконтролировать, следствие расследовать и доказать системность. Несмотря на разницу в оценках происходящего, независимые эксперты сходятся в мнении о том, что адвокатскому сообществу республики нанесен серьезный репутационный ущерб. В то же время развитие ситуации комментировать они не берутся, относя это к компетенции следствия. В Уфе взяты под стражу 2 члена праворадикальной группировки, которые готовили теракт в столице Башкортостана. Следственным подразделением УФСБ возбуждено уголовное дело в отношении 2 местных жителей 74-го и 95-го годов рождения. При обыске у злоумышленников обнаружили подготовленные самодельные взрывные устройства, карты Уфы с обозначением возможных мест совершения терактов. Подозреваемые планировали взрывы в местах массового скопления людей в день выборов президента. Президента России. Что планируют делать перед выборами в городе Уфе? Минировать, подрывать, подвигать. Что? Избирательные участки. В Москву ездили. Хотели принять участие в революции. Откуда вы хотели добывать денежные средства для ведения своих борьбы? Валить олигархов всяких, чиновников, коррупционеров. Как сообщили в УФСБ, члены праворадикальной группировки имели высокую степень организованности, соблюдали меры конспирации при проведении встреч, придерживались строгой внутренней дисциплины. Арбитражный суд Москвы назначил на 27 апреля рассмотрение по существу иска Уралкапиталбанка к Банку России. Уфимская кредитная организация требует признать незаконным приказ регулятора об отзыве лицензии. Третьим лицом к разбирательству привлекли агентство по страхованию вкладов. Предварительное рассмотрение заявления банка суд завершил 3 апреля. Он рекомендовал сторонам принять меры к мирному урегулированию спора. Напомню, Уралкапиталбанк лишился лицензии в середине февраля. Регулятор мотивировал это рискованной бизнес-моделью кредитной организации, которая была в основном ориентирована на кредитование бизнеса владельца, следствием чего стало формирование на балансе значительного объема активов низкого качества. Страховые выплаты вкладчиков банка в агентстве по страхованию вкладов оценили без малого в 6 миллиардов рублей. Расчеты с ними ведет Уралсиб. Основная часть клиентов банка находится в Башкортостане.
Уже через неделю в Крыму стартует Ялтинский международный экономический форум. С 19 по 21 апреля в его работе примут участие более 3000 человек из 60 стран мира. В частности, ожидается большое представительство власти, бизнеса и общественных организаций Сирии, Евросоюза и стран ближнего зарубежья. Насыщенная повестка из 67 мероприятий, 40 из которых деловые. Темы от развития экономики российских регионов до нивелирования последствий санкционной политики Запада. Отдельным вопросом будет послевоенное восстановление Сирии и интерес российского бизнеса в этом регионе, а также выстраивание выгодных взаимоотношений с предпринимателями в Крыму. Сумма инвестсоглашений, планируемых к подписанию в рамках форума, около 200 миллиардов рублей. Об этом заявил председатель правления фонда Ялтинского международного экономического форума Андрей Назаров. Представители разных отраслей из Башкортостана также участвуют в крупном событии. В полном объеме работу ЯМФ-2018 будет освещать съемочная группа телеканала РБК Уфа. Далее программа «Взгляд». Будем говорить о башкортостанско-британских отношениях в современных условиях.